в Альона-зону, чтобы в Украине ситуацию исправить, в Альона-зону лучше бы отправить. Оригинальный это будет ход. И разогнать весь депутатский сброд. Успех поэта ведь не в рифме лишь, а в правде. Не надо петь мне оды, дифирамбы. Политкорректные в Украине все в говне. Я ж грасую с правдой маткой на коне. Перо поэта – это сила, сила духа. И хоть не все слова приятные для слуха, но справедливость я несу в народ. И он меня, конечно же, поймет. Мои слова народ украинский услышит. Валё бандитов, кланы к черту спишет. И будет, будет зло осуждено, когда народ отправит всех на дно. Обнимаю всех. Сила Украины в том, что в отличие от пожизненного президента, нам, когда что-то не нравится, она может устраивать майданы и на вилы врагов народа. То есть на Украине хоть никакая, но есть демократия. Поэтому не надо доводить народа до майданов. Обнимаю всех. Пока.